Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Амай. И сегодня я покажу вам все концовки из Granny Chapter 2. И я буду не один, кстати. Да. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Саважду 2019. Сегодня в смысле, помогать или нет? Ну, короче, снимем все концовки. Да, все, погнали. Ну, я со своими познакомился. Познакомился? Yeah. Круто. Погнали. Прилип лексусы, погнали я. Без хочу напали. Эй, братишка, как дела? У меня все норм, аут. Стриме? Ой, какой дед быстрый, он просто... В смысле ты на экстриме? Ну, чтобы снять плохие концовки, типа, быстрее будет. Ты серьезно просто? Я не экстрим, я норму поставил или изи, я не помню. Я в боф экстрим. Вот быстрее умирать. Я так понимаю, здесь полы очень часто скрипят. В общем, вернусь, когда умру 4 раза. Ой, не 4, меньше. Ты просто на это посмотри, вот ты просто видишь, да. Это? Он настолько быстро, от него убежать нереально. То есть тебе надо действовать чисто беспалевно. Давай как-нибудь на экстриме с крэмпа. Нет, физически невозможно. Почему вот люди сбегают? Мне кажется, существуют такие отбитые люди, которые и с этими с боуф сбегают на них. Ну как, в смысле, легко. А где Грэндпа, алло? Приду еще. Так, ребят, продолжаем. Да, продолжаем, я уже сейчас быстренько добегу до дедуса, он меня быстрее убивает. Если атаки не бывает, так дождь. А не, я пойду до бабульки. Бабульки. Так, здорово. Я умер. Короче, первая концовка, сейчас скажу, какая будет. Мне? Да, у меня вот, ребят. У меня надо крать. Мне внучку ускармливают. Видишь, меня мясом закинули. Да, я видел. Я знаю, у меня была как-то раз такая концовка. Это концовка номер один. Я знаю то, что там концовок сколько? 4 или 5. Слушай, это монтировку, судя по звуку, когда бьют, дед бьет. Ну, у него клюка вот такая изогнутая. Это деревянная, ну как, трость. Ладно, ребят, погнали. В этот раз я сделаю также экстрим и бог. Так, ладно, вернусь, когда будет следующая концовка, другая. А я еще, я не возвращаюсь, я и так тут. Ну, я на паузу, я имею в виду, не поставил. Ну, я останавливаю с паузой. Не, я потом на паузу. Сколько всего концовок? 4 или 5. Точно не помню. Ну, мы, главное, покажем вам новую концовку. Да. Это очень... А вот еще, я забыл сказать своим подписчикам, имейте в виду. Мы покажем вам новую концовку, которую вот в апреле добавили, хотя она уже совершенно не новая. Когда, ну, хотя не буду говорить, все, наверное, так знают, вам потом думаешь. У меня, прикинь, экстралог. У меня 3 минуты только видео длится. Ой. Толя, он мне позвоночник сломал. В смысле? Он так со всей дури бьет, это вообще... Ну, сам знаешь. А, ну да. Он сильно бьет. Я думал, он мне напополам прям позвоночник. Он по плечу и дошел до позвоночника. Я тебе... Ой, о чем я думал. Ладно, я вернусь к вам. Так, вот дед. Бум. Он прям по шее, по-моему, бьет. Да. Ребята, бежи. Ну, по сути, если бы он так бил, то он бы тебе просто шею сломал. Да. Он сильно бьет. Ребята, у меня сейчас это 4-й день, ну вот сейчас будет 5-й, вот, day 5, the last day. Да? Да. Ты что так быстро? Да. Наверное, то, что реклама у меня была. Это, Толь, знаешь, один нюансик, помнишь, в первой части там, кажется, писали прям это, day 5, day 1, или там цифры были, не помнишь? Ух ты, смотри. Чё? Смотри, у меня дед стоит. Ой, бабка. А это было интересно. А чего у меня там дед стоял, интересно? Он меня окончательно убил. Все, концовка, Толь, давай смотрим. Какая? А, у меня. Сейчас.
Это, ребят, это новая концовка. Смотрите. Гренни, ты тварь, скотина, иди нахрен отсюда. Тварь. Как мы зашли сюда? Смотри, Гренни сейчас дубиной постучала. Да, да, да. И смотри, дед закричал. Не надо, тварь. А я вот не знаю, какая у меня будет. Так. У тебя залагал, мне кажется. Нет, это без лага было? О, меня сейчас кормят. Ребята, музыка такая. Ребят, у меня до сих пор вот эти звуки электро. Блин. Она меня чисто долго очень жарила. Это было... Ай, меня сожрал лучок. Ой, прикольно. Погнали дальше. Это была вторая концовка. Да, да, да. Я вернусь к вам. Я тоже. Да. Через бедро. Короче, ребята. Какой у тебя день? Я не помню, я не посмотрел. У меня уже просто серьезно. Я подбегаю к двери. У меня еще и рука не появляется, а я уже тыкаю. У меня просто как автоматом, типа, там... У меня последний день, Толь. Сейчас за вас да и будет. Тебя чего сорал Кракен сейчас, да? Первый раз... ну да, я Кракен. Кракен, я знаю. Ну да, да. Ну, мне кажется, к деду быстрее. Ну ладно, я сейчас к деду, но это единичный. Нет, Кракену ближе, мне кажется. Ну, Кракен к тебе не бежит. Сейчас, короче, идем к деду. Здорово. Ты где? Я, слышь, ты где? Натура! Ребята, его здесь нет. Так, у меня, по-моему, The Last Day. Да, у меня тоже. Он убил. Давай, Толь. Давай, смотрим концовочки. Что у тебя? У тебя 4 минуты длится. Да. У меня в 9. У меня новая концовка. У Толи новая, у меня в 9. Так, я ее не выбираю. Вот скоты. Вот они наглые, да? Ну. Она кивнула. Посмотри, постучала. Он заорал, что-то... Да, и... Долго, смотри, сейчас долго тебя будут мучить. Она что-то говорит, да? Нет. Нет? Короче, ребят, это была третья концовка. У меня что-то говорило. Короче, третья... Нет, она ничего не говорит, она в конце потом сам. Да, да, да. Короче, ребят, это была третья концовка, я вернусь к вам. Я чуть-чуть так вот буду... Я тоже сейчас залазлю. Ребята, короче, у меня последний день. Ой. Сейчас бегу к нему на всех скоростях. О, народ, последний день. Сейчас я побегу. Повторилки за мной. Это сколько у нас концовок? 3 было, да? Да. 3 концовочки, прикольно. Я в этот раз побегу к Гренни. А я побегу к Кракену. По времени примерно одно и то же. Смотрим, да. Как за мной сюда прибежит Гренни, она меня убьет. Ням. Так, смотрим мою концовку. Смотрим. Железная дева. Так, у тебя железная дева. А у меня сейчас. А погоди, по-моему, это все же. Все концовки. У меня эту скармливают это. Этому. Все, 7-минутное видео. У меня 9. Так. Надо подумать, еще есть концовки или нет. Давай на всякий случай еще раз проверим. Да. В общем, сейчас мы еще посмотрим, есть ли какие-нибудь еще концовки. Да. Да, да, да. Если будет повторяться, то все. То все, да. Короче, это была 4-я концовка, возможно, кстати, последняя. Я, короче, ставлю на паузу и с вами встретимся. Ну, логика, я так же, как бы. The last day. Day 5, the last day. Пам-пам-пам-парарарарам. Подожди, давай спрыгнем к Кракену, это... Одновременно, что я уже спрыгну. Ты не... Долго говоришь. Так, сейчас будет концовка. Если повторяется, значит все. Подойдем потом итоги. А прикинь, новый. Нет, у Тони повторилось, а у меня повторилось. Меня внучку скармливают. Да, кстати. У тебя так же был. Вначале, да. Откуда у них столько мяса?
Ну. Ну, в общем-то, теперь мы знаем то, что всего 4 концовки плохих. Да. Отрицательных, точнее. Mm-hmm. Хороших 3. А дед в конце этой концовки, которая вот сейчас у меня была, с Кракен, он держал такой... Да, да, да. Ладно, ребят, если хотите заказать рекламу, то пишите в сообщество ВК, ссылка в описании. Реклама стоит недорого, сразу говорю. Вам прибавление подписчиков, мне небольшой заработок. А ссылка на твой канал в описании, на сообщество ВК тоже, на Инстаграм мой тоже, кстати, там крутые фотки. Инстаграм, как когда-то он писал. Да я что-то инста как-то, ладно, все, всем пока. Все.